Продолжаются мероприятия, посвященные объявленному в России году культуры. В Центральной библиотеке города на литературном перекрестке мончегорцы, увлеченные литературным творчеством, встретились с писателями и поэтами Мурманской области. На встрече побывала наша съемочная группа. Литературная карта Кольского Заполярья весьма колоритна и разнообразна. И, конечно же, имеет свои литературные традиции, а также региональные журналы и альманахи. На литературном перекрестке прошла встреча авторов, печатающихся в областных литературных изданиях, с молодежью Мончегорска, которая только-только вступает на творческую стезю. После первых побед на городских и областных литературных конкурсах окрыленных начинающих авторов, как правило, подстерегают трудности, творческие неудачи, а порой и провалы. Одним из таких вопросов сегодня будет задан редактору, да, допустим, площади первого учителя альманаха. Как молодым попасть на страницы их журналов, альманахов, и как это сделать, ну, менее травматично, что ли, для ребят? В принципе, я думаю, что тут даже дело вполне, так сказать, это все решаемое, просто нужно попасть в нужное время, в нужное место и знать, к кому обращаться. Творческому человеку, в том числе и начинающему литератору, всегда хочется видеть горизонты и перспективу созидательного пути. Ожидания порой длятся годы. Как не свернуть с выбранного пути, не остудить творческий пыл, как достичь творческих высот? Подобные вопросы волновали и волнуют начинающих авторов. Ответы дает время, а дружеские советы и поддержку старшие товарищи по перу. Очень тяжело, конечно. Ну, надо знать адреса. Когда мы выступаем в школах, а наша писательская организация мобильная, и мы постоянно ездим по области, выступаем в школах, общаемся с молодым подрастающим поколением, очень много талантливых людей, мы всегда говорим, что обращайтесь в Мурманское отделение Союза писателей России. Город Мурманск, Полярная Зорь, 19. Поиски самореализации и самовыражения у молодежи заложены в крови. Но путь к настоящему профессионализму труден, долог и тернист. Отступать ни в коем случае нельзя. Доброе напутствие старших будет в помощь. Ну, писать надо, а душа поет у молодых. Ну как же, мы все с этого начинали. Когда ты восхищаешься природой, восхищаешься теми же зайчиками и белочками, то уже душа поет, и отсюда вот все возникает. Потом возникает любовь, появляются лирические стихи. Человек развивается, если есть талант, он разовьется в достойного поэта. Но многим, конечно, нужен редактор. И особенно вот для начинающих, вот слово профессионала, направить человека в нужное русло, это обязательно. Встреча с поэтами и писателями Мурманской области прошла плодотворно. Молодые авторы, желающие самовыражаться посредством литературного творчества, услышали ответы на волнующие их вопросы.